Здравствуйте! Сегодня на обзоре универсальный рюкзак Mission Pack от бренда MTAG. Новая разработка представлена в размере 35 на 26 на 49 сантиметров в самом ходовом городском черном цвете и на выбор в полевых или лесных койот олива. В отличие от рюкзака классического пошива, Mission Pack обладает важной конструктивной особенностью. Это полное отсутствие выступающих углов и карманов. Рюкзак крайне сбитый и напоминает панцирь черепахи, что делает человека более маневренным при движении в толпе, общественном транспорте в городских условиях или в тесных или замкнутых помещениях. Основной материал исполнения – это полиэстер Оксфорд с внутренним гидрозащитным покрытием. Ткань имеет очень высокую плотность, отталкивает воду, держит форму, крайне устойчива к истиранию. Большая фронтальная и две малые боковые панели оборудованы новейшей системой LaserCut, которая пришла на замену классическим стропам Молли, что значительно гасит общий вес рюкзака, но при этом все так же позволяет надежно крепить внешние обвесы. Помимо этого, в системе внешних креплений Mission Pack принимает участие интересная разработка, состоящая из двух мощных вертикальных нейлоновых строп, нашитых по принципу вертикальных петель, которые в свою очередь снабжены внешними цельными цепочками затяжных петель для паракорда. То есть, в случае необходимости, на рюкзаке всегда можно закрепить шлем, каску, гермомешок, куртку, топор и прочее габаритное оборудование. По правую и левую стороны нашиты накладные карманы, в которых всегда можно увеличить литраж при помощи расширительной молнии. В верхней фронтальной части установлен карман быстрого доступа для мелочевки, на который нашита велкро-панель для информационных шевронов и патчей. Mission Pack предусматривает два варианта ношения. Первый и основной – это заплечный при помощи двух мощных лямок. Второй предусматривает верхняя ручка для транспортировки по типу кейса. Ручка вертикального удержания исполнена из паракорда надежным плетением кобра, где композитные кольца переходят в мощные панели креплений навесного оборудования. Плечевые лямки исполнены из прочного полиэстера с демпферными подушками, пенным наполнителем и вентиляционной сеткой с внутренней стороны, благодаря чему рюкзак можно носить довольно продолжительное время. Лямки усилены мощными нейлоновыми стропами с фастексами быстрого сброса, полукольцами для крепления шланга гидратора и грудной стяжкой на резинке с вертикальными регулировками и фастексом быстрого отпирания. Лямки заплечного ношения имеют большой запас регулировок по длине, которые всегда можно спрятать под специальные молли-замки. По низу вшита поясная утяжка на фастексе, которая обеспечивает полную анатомическую посадку рюкзака. По левой и правой стороне рюкзак оборудован шестью стяжными стропами. Замки запирания конструктивно имеют мощный крупный зуб молнии. На бегунки навязаны темляки из паракорда, что позволяет пользоваться замками, не снимая перчаток. Нижняя часть рюкзака оборудована петлями для крепления дополнительных грузов. Рюкзак имеет три основных отделения. Первый – большой грузовой отдел. На передней стенке имеет отделение из компрессионной сетки. На задней стенке расположен карман для гидратора с петлями и утяжками для крепления гидросистемы на фастексах. В тыльной части расположено наиболее защищенное отделение. Его можно назвать универсальный жесткий кофр для транспортировки гидратора, планшета или ноутбука. Задняя стенка кофра является спинкой рюкзака с демпферными подушками и пенным наполнителем, который обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха между рюкзаком и спиной носящего, что позволяет комфортно расположить рюкзак для длительного ношения. Фронтальное отделение – это пенал, где всегда можно разместить ключи, канцелярию, рации, фонари, пауэрбанки и прочие необходимые предметы. На передней стенке установлен сетчатый компрессионный карман на молнии. Кто хочет узнать больше про новинку, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч.